Ложная тревога в апелляционной палате Кишинева. Этим утром неизвестный сообщил, что в здании заложена бомба. На место прибыли саперы, полиция и пожарные. Всех людей эвакуировали, а зону оцепили. Однако после нескольких часов проверки специалисты не нашли в здании взрывчатых веществ. Информацию подтвердили представители генинспектората и апелляционной палаты. Звонок в службу 112 поступил в 9:30 утра. Мы пришли на заседание суда, но из-за тревоги по поводу бомбы пришлось ждать. Судья просил не расходиться, и как только нам позволят, мы вернемся к слушанию дела. Судебное заседание было назначено на 11:30. Не знаю точно, что происходит, но надеюсь, что до 11:30 мы сможем вернуться. Я адвокат, у меня запланировано слушание на 11 часов, но вы и сами видите, что происходит. Некоторые граждане приехали на слушание из других районов. Спуск есть и бомбы, но не того и центрем, да? Один ответ. Дела до басари ведь. А мне кла жюдикаты. Ам жюдикаты куну куму фура. Пына кларифика дела, но он трем. Мы уже вошли, но нам сказали, что заложена бомба, и попросили всех выйти из здания апелляционного суда на улицу. У меня судебные слушания, но все закрыто. Говорят, там может бабахнуть, не приведи Бог. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность звонившего. Известно, что это был мужчина, и говорил он на румынском языке. Стоимость подобной операции органов правопорядка обходится государству от 15 до 30 тысяч леев.